город Батуми. 8 декабря. Лена продолжает закаливание на Черном море. Ей нравится такая погода. Сегодня температура воздуха плюс 15, и температура воды тоже плюс 15 приравнялась. Пляж находится в районе отеля Мариот. Это самый высокий отель в Батуми. 54 этажа. Вот так можно закаливаться и круглый год купаться. Лена купается на Черном море круглый год, даже когда самая низкая температура доходит до плюс 9 градусов. Город Батуми, закаливание на Черном море.